Лет 6 тому назад был пожар здесь у них. Заново вот это вот евровагонкой обили, все сделали. Дом. Родители умерли, он остался один, жена от него ушла. Ну, говорят, одна, он один был. Ну, работник был хороший, руки хорошие, золотые, по дереву хорошо все делал. Молодец. Ну, вот стал выпивать, пил. Так и спился, не работал нигде, у всех ходил, в долг просил. Так вспоминают о погибшем мужчине на пожаре. Трагическая история началась накануне во 2:00 ночи. В это время сообщение поступило в МЧС. Через 7 минут спасатели прибыли на место. Дом горел открытым пламенем, возникла опасность. Огонь мог перекинуться на соседние строения. Внутри возникло плотное задымление. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Повреждены перекрытия также по всей площади. Закопчены стены и потолок внутри дома. Двор напоминает место боевых действий. Сгоревшие доски, разбросанная бытовая техника, выбитые окна. На спасение мужчины были брошены все силы. Спасатели обнаружили тело в комнате на диване. Мужчина уже был мертв. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.